Эстер, и это новая серия гоночного воина в кар-парке. Пацаны, погнали! Так, значит, у меня сегодня под рукой вот такая вот Subaru BRZ. Встречайте! Боком и также просто рвет всех, так сказать, на гонках. Вот. Так, вот стоит М5, да, стоит. Давай сейчас попробуем с ним встать. У меня 600 сил. Так, братан, стой. Я хочу с тобой встать, братан. Вот так. Сказать, отменил, побоялся, что проиграть и проиграть деньги. Бывают и такие лохи, да. Такс. Давай сейчас попробуем к другому. Вон там стоит Кенигсек, Агера. Так, братан. Так, ну 4 вообще не принимает, ну ладно. Ford Mustang, да? Так, давай. Ford Mustang. Он не хочет, окей. Enjoy, окей. Давай. Players boost, чего? Давай выйдем с тачки, знаете, может так сработать. Так. Проехал X6M. Так, мажор, да? Так, значит. Такс, X6M, 700 сил против Subaru BRZ. Ровно идем. С места он меня дернул, но как бы потом я его дернул, да. Такс, 250 мы разогнались, 400 метров, ну, думаю, нормально. Такс, X6. Кто гонку? Я. Такс, погнали. Такс. Ну, бензин уходит довольно-таки быстро. Расход большой, так как это как бы дрифткорч. Так. Тачки. Вот, например, Ford Mustang, да? 700 сил. Так. Так, пацаны. Ford Mustang GT против Subaru BRZ. Ford Mustang 800 сил. Погнали. Ну, X6 был быстрее. Да. X6 хотя бы меня с места дернул. Ну, а этот вообще ни о чем. Если честно. Так. Ну, Форд мы дернули, погнали, значит, к следующей тачке. Такс, X6 мы его вот как бы дернули уже. Такс, опа, а вот и конкурент стоит у нас. А вот и конкурент, да. Это именно Ламба, Хуракан, босс, да? Так, пацаны. Lamborghini Huracan, 800 сил против Subaru BRZ, и Subaru BRZ просто оставляет ее позади. Почему так работает, я не понимаю, почему, типа, мы всех дергаем. У нас-то всего лишь-то 600 или 700 сил. Ну вот, братишка, ну блин, так дело не пойдет. Так, сейчас нам надо заправиться вот тут.
X6 опять тут стоит, мы его как бы дернули полбаком, думаю, хватит нам $50. Опять занесло, блин. Такс. Вот тут стоит, значит, что? Это рейндж, да? Думаю, не. Сэндер мечт... Опа, опа, опа. М3. Братик. А ты не хочешь ли со мной стать? BMW M3 926 сил против Subaru BRZ 700 сил. Так. Такс. Он догоняет. И в итоге, как бы, мы его дернули там на всего лишь 10, на 30 секунды мы пришли быстрее. Вот. 0-100 у него 2.29, а у меня 0-100 даже хуже. Вот. Ну, конкурент, да. Неплохой, так сказать, конкурент. Ага, даже так. Он захотел, пацаны, значит, реванш, да? Так, ну реванш, так реванш. Ну с места опять-таки. Он нас дергает с места. Но потом мы его просто делаем как, блин, нефиг. Так, ну, братан. Типа, ну, красавчик. То, что взял реванш, типа, не засал. Красавчик. Так. С кем еще можно стать? Так, 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 там стоит ламба, да? Это ламба? А, это что? Так, пацаны. Понятно. Ты можешь как бы стать? Пацаны. Найс. Найс, баги. Так, ну как бы, я даже ему так сделаю, дам фору. Или в город. Я бы с геликом стал, если честно. Гелик-то тоже машина быстрая, то есть сильно 600 сил. Так, окей. Ну раз ты со мной не стал, то я тебя просто не пропущу, братан. Ладно, ладно, так. Так, пацаны, со мной только что хотел стать Кёнигсегг Агера. 1000 сил против 700 сил. Как это работает? Как эта машина дергает Агеру? Я что-то вообще... Это какая-то тачка, блин. Это какой-то дикий корч, пацаны. Это реально какой-то дикий корч. На вид она, блин, такая скромненькая, такая, типа... Типа она не валит, но на самом деле, да, она просто рвет всех просто. Так, пацаны. Агера, значит, попросил, так сказать, реванш. Посмотрим, что он сделает в этот раз. В последний момент он меня как бы догонял, да. Так. Эта машина даже, блин, пуляет. Так, значит, ждем Агеру и, так сказать, заправляемся. Так, ну тут пацанов собралось, так сказать, немало. Я бы с удовольствием стал с М5. Даже гелик не хочется уставать, пацаны. Вы это вообще понимаете, насколько... Так, пацаны. Самая жестокая Агера, так сказать, в нашем городке стала со мной. 1600 сил. Просто у меня нет шансов. Я же говорил, у меня нет шансов. Просто. Он меня дернул с места.
я, так сказать, очень даже неплохо встал с ним. Но вот уже потом... Потом он меня дернул, да. Так, ну, пацаны, думаю, на этом закончим. Сейчас я заберу тачку, значит, вот тут остановлю. Вот тут живет, значит, владелец. Дикий. Все. Закрываю. И я пошел отдавать ключи. Все, пацаны. А на этом у меня все. Ставим лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.